по сравнению с прошлым годом добавили практически 2 тонны молока в день. То есть стоит, не то что стоит, это мы можем, это наши возможности производственные. Если будет определенная поддержка государства, сложатся там хорошо погодные условия, мы можем еще прибавить молока, мы можем производить до 25 тонн молока ежедневно. То есть мы не оставим, то есть вместо 50% мы будем производить 60% молока.